9 января исполняется 90 лет Сергею Параджанову, человеку, который появился на свет в Тбилиси, но жизнь которого оказалась связана со всем миром. Когда несколько лет назад увидела свет моя книга «Цена чести. История грузинских мужей», и она была переведена на английский язык, известный режиссер-документалист Софи Кочкони оказался в Париже и решила преподнести эту книгу знаменитому Пьеру Берже, тому самому человеку, который создал, собственно, дом моды Ив Сен-Лорана. И вот этот Пьер Берже, человек, связанный с миром высокой моды и друг, наверное, всех великих деятелей культуры второй половины 20 века, вдруг сказал: «О, книга про грузинских мужей, а здесь есть история самого известного грузина?» «Кого вы имеете в виду?» – спросила Софико. «Ну как кого? Параджанова? Но он же не был грузином». «Ну и что? Он ведь родился в 24-м году в Тбилиси». Удивительная история. Параджанов – человек, который снимал кино, которое, наверное, можно назвать не для всех. И этого человека знают все. Почему? Действительно, это был человек-загадка. И когда я первый раз приехал в Тбилиси, мне, конечно, очень хотелось посмотреть на вот тот самый дом, где начиналась эта история. Дом – обычный тбилисский трехэтажный дом. Там сохранился балкон, на котором всегда встречал своих гостей Параджанов. Он очень часто чистил яблоки. И какие бы высокие и знаменитые гости не переступали порог его дома, им тоже давался нож, яблоко, и предлагалось поучаствовать в процессе приготовления начинки то ли для пирога, то ли для варенья. Однажды к Параджанову в гости приехал Марчелло Мастрояни. Ну, конечно, было застолье, а потом Параджанов сказал: «Знаешь что, Марчелло, идем». Вывел его на улицу, подходил к каждому дому, стучал в окно и говорил: «Я сейчас вам покажу живого Мастрояни. Видели когда-нибудь? Вот смотрите». А однажды в гости к Параджанову приехал Андрей Тарковский. Они были близкими друзьями, и в лицо Тарковского, конечно же, мало кто знал, но имя было знаменито. И вот когда они шли по проспекту Руставели вместе с Тарковским, то Параджанов, встречая знакомых, говорил: «Хочешь посмотреть на живого Тарковского?» «Хочу», – отвечал друг. «Давай 3 рубля». Ему давали 3 рубля. Параджанов поворачивался в сторону своего соседа и говорил: «Вот вам, перед вами, пожалуйста, живой Тарковский». Удивительная, конечно, история, удивительный человек, о котором можно многое рассказывать, многое вспоминать. Не так давно в Москве я оказался в доме Лили Брик, вот той самой легендарной возлюбленной Маяковского, музы 20 века. Лили Юрьевны уже нет в живых, но жива ее невестка Инна Катанян. И она мне рассказала, что когда в гости в Москву приезжал Параджанов, то ему отдавали комнату Лили Юрьевны, в которой он мог нормально поспать. Дело в том, что здесь, на улице Мески, в Тбилиси, комната, в которой он жил, она была очень маленькая, и на потолке висел ковер, который скрывал комнату, чтобы не протекал потолок. И когда гости приходили, говорили: «Надо же, как вы оригинально придумали сделать». На самом деле, причина-то была достаточно прозаическая. Так вот, когда Параджанов оказывался в квартире, в комнате, где раньше жила Лили Брик, то он, оказывается, по ночам не спал, а внимательно проверял содержимое шкафов. И бывало, что брал то полотна, рисунки Гончаровой, то рисунки Ларионова. Мало того, когда он потом приезжал в Германию, то продавал их и еще говорил: «Покупайте, покупайте, я их украл у Брик, а Брик подделок не держит». А однажды Никита Михалков рассказывал, с Параджановым они оказались на одном из кинофестивалей. И вот когда они улетали уже обратно, Параджанов сказал: «Никита, я хочу тебе исповедоваться». Михалков удивился, что это будет за исповедь. А когда Параджанов начал рассказывать, то Михалков не мог удержаться не просто от смеха, от какого-то невероятного хохота. Оказалось, что во время одного из приездов в квартиру Брик Параджанов залез в шкаф и достал челюсть Лили Брик. И эту самую челюсть он украл. Причем он потом говорил, что там были такие золотые зубы и платиновые, что ему казалось, что Брик сама припаивала их автогеном и делала сама себе эту челюсть. Невероятная история, но это был Параджанов. Он ведь, собственно, и начинал свою, с позволения сказать, карьеру с того, что устроился в Тбилиси на завод елочных игрушек. Потом началась война, завод уже был переоборудован под военные нужды. Но это, конечно, уже было Параджанову совсем неинтересно. Но вот то самое начало, которое было дано на заводе игрушек, наверное, не случайно, потому что из этого человека вырос не только режиссер, вырос не только писатель, вырос настоящий сказочник. И вот этот мир сказки он дарил всем нам. Мир сказки кино, мир сказки Тбилиси, того самого Тбилиси, который он любил, как никто другой.
И вот именно сегодня, в день юбилея Сергея Параджанова, стоя на проспекте Руставели, на главной улице столь любимого им города, мне хочется вспомнить его и отдать ему дань, дань памяти и высказать огромную благодарность за то, что такой человек был, и самое главное, за то, что он навсегда остался.